Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 17 по 23 апреля. На этой неделе сразу два важных астрологических события – солнечное затмение 20 апреля, а 21-го наступает период ретроградного Меркурия, который продлится до 15 мая. В какие дни удача будет сопутствовать вам абсолютно во всех начинаниях, расскажем прямо сейчас. Работа требует внимания, а душа Овнов мечтает о любви. Первая половина недели принесет вам исполнение заветных желаний. Человек, который может стать судьбой, окажется в непосредственной близости от вас. Не исключено, что звезды намерены свести Овнов с симпатичным соседом по лестничной площадке или перевести приятельские отношения с кем-то в новый статус. Для Тельцов период с 17 по 23 апреля будет особенно насыщенным. Вам придется взяться за решение сразу нескольких совершенно разных дел. Вся эта неделя бесконечных телефонных звонков и разговоров, а также встреч и знакомств. Но благодаря гармонично расположенному Меркурию в вашем знаке энергии будет много, и вам, вероятно, даже понравится этот сумасшедший ритм жизни. Близнецам звезды советуют запланировать на середину недели неформальную встречу с влиятельными людьми. Именно так вы сможете заручиться их поддержкой и серьезно продвинуться на пути к достижению цели. Выходные благоприятны для всевозможных праздников и подготовки к ним. Вам удастся приобрести идеальный наряд или купить подарки, о которых мечтают ваши близкие. В ближайшие 7 дней раки будут находиться в идеальной деловой форме, что позволит им легко и без усилий добиваться успехов на профессиональном поприще. Особенно удачной для вас окажется середина недели, которая задаст ориентиры на всю весну. В 20-х числах апреля звезды гарантируют ракам приятный финансовый сюрприз. С приходом апреля львы демонстрируют окружающим, что достигли определенного уровня. Несмотря на то, что руководство еще не пришло к данной мысли, на этой неделе вам удастся исправить это недоразумение. Затмение Солнца 20 апреля откроет волнительный для львов период. Многих хищников потянет на поиски приключений, в том числе и романтических. Ближе к выходным представители огненной стихии захотят перемен на личном горизонте. Однако добиваться своего нужно без отчаяния. Упорства, поскольку не все дела решаются давлением и настойчивостью. Неделя окажется очень продуктивной для тех дев, которые решили заняться повышением квалификации. Новая информация будет даваться вам легко, при этом она будет вам действительно полезна. Астрологи советуют, чем более открытыми к общению вы будете, тем удачнее все сложится для вас. 21 апреля Меркурий перейдет в ретроградное движение, и на горизонте многих весов возникнут люди и дела из прошлого. Скорпионы будут заняты выстраиванием деловых отношений. Результаты превзойдут все ожидания, и помимо расширения связи, вы найдете преданных единомышленников и ощутимые денежные источники. В апреле астрологи прогнозируют стрельцам большие перспективы в карьере. Видите ли вы себя в роли руководителя? Если готовы пересмотреть прежний график работы и встать у руля, звезды советуют рискнуть и принять столь заманчивое предложение. Козерогам звезды советуют на этой неделе пройтись по магазинам. Выбирайте самые яркие вещи. Именно они подчеркнут вашу красоту и притянут в жизнь удачу. Середина весны подарит водолеям великолепные возможности. Вы с удивлением обнаружите, что мир гораздо интереснее и многообразнее, чем казалось до сих пор. У некоторых представителей воздушной стихии откроются новые таланты, а у других появятся новые поклонники.
главное для рыб в период с 17 по 21 апреля не терять связь с реальностью. Из-за влияния Нептуна на ваш знак можете стать настоящим фантазером, который принимает желаемое за действительное и преувеличивает свои возможности и способности. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!